Ну а сочинка Кристина Карикян завоевала бронзу международного турнира по самбо в Минске на призы президента Республики Беларусь. Два дня в Минском дворце спорта проходил традиционный, уже 23-й по счету, международный турнир категории А на призы президента Республики Беларусь. Состязания получили статус отборочных и тестовых в преддверии вторых Европейских игр, которые пройдут в июне этого года, что придало турниру дополнительную значимость. В нем приняло участие около 300 атлетов из 20 стран. На торжественном мероприятии также присутствовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и руководитель Европейской федерации Сергей Елисеев. В весовой категории до 56 килограммов бронзу престижного турнира завоевала сочинка Кристина Карикян, мастер спорта международного класса по самбо. Уступив чемпионке турнира Даниэле Парайняну из Румынии, Кристина уверенно победила болевым приемом на руку в схватке за бронзу Тену Сикич из Хорватии. Напомню, Кристина Карикян – член сборной команды России по самбо, неоднократный победитель и призер всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо, серебряный призер Кубка мира и обладатель Кубка России по самбо.